Что вам больше нравится, креативная или бизнес-составляющая проекта? Обе задачи для меня имеют большое значение, они самые важные, так как сам бизнес-успех есть подтверждение креатива. И креативность – это тоже твое лицо, как ты мыслишь, что ты хочешь сказать. Сколько времени уходит на проектирование одного ресторана? На проектирование одного ресторана может уходить примерно где-то от 3 до 6 месяцев. Какой дизайн проекта было сложнее всего создавать? Самое сложное – это было создавать дизайн без технического задания, без каких-то ограничений и без какого-то контроля. Это, наверное, всегда самое сложное. Что делать, если клиент недоволен результатом? Ну, постараться разобраться в причине и ее ликвидировать, потому что в любом случае нужно вступить в контакт на самом первом этапе проектирования, чтобы потом легче было друг друга понимать и не делать одну и ту же работу по несколько раз. С какими пожеланиями клиента вам было тяжело смириться? Не хочется мириться, вот знаете, с чем? Я так хочу. Я так хочу. Вот это мне самое сложное с этим смириться, потому что для меня, конечно, важна аргументация. За сколько времени можно окупить вложение в ресторан? Примерно от года там, до 3 лет. Я считаю, что это нормальная окупаемость ресторана. Что важнее, меню или интерьер? Если раньше можно было интерьером что-то сгладить, то сейчас, скажем, наш потребитель очень балованный, очень капризный, и он ко всему имеет большую претензию. Какой дизайн сейчас наиболее популярен в заведениях? На мой взгляд, сейчас популярен скандинавский шик, минимализм. Также, мне кажется, поп-арт достаточно популярен сейчас стал. Чем вы любите заниматься в свободное время? В свободное время я люблю, конечно, проводить время с детьми, кататься с ними на лыжах, на сноуборде, на скейте, кататься на велосипеде, бродить в лесу, в общем, гулять, жарить, как говорится, шашлыки на мангале.